Šimantai! Reini! Geras! Tu iš tiek aukštai parvarėjai! Žymantai! Tiek aukštai parvarėjai! Varyk pristantą aplinkį tėvai! Кто-то сказал, что я теперь все время буду писать только про Сэма, и он был прав, наверное. И если это упоминание будет слишком частым, я буду счастлив, значит я папа классный. Да нет же, я опасный рэпер с улицы. На моих тусах тонны запрещенного дуются, и тут сюсюкаться не собирается никто. Я расскажу о новом знакомом, он очень крутой. В один прекрасный день, не помню, среда или вторник, в нашем доме появился новенький. Мы с женой долго ждали прибытия важной персоны, парились, боялись, что его что-то не устроит. После долгой дороги он, видимо, сильно устал. Он много спал, и меняли цвет его глаза. Потом ползал, потом встал, потом пошел, потом что-то сказал на айпаде Тарзан. Меня выселил из комнаты, отправил в зал. Потом позвал себе няню, она живет теперь с нами. И все стало крутиться вокруг него. Куча людей, куча странных предметов, очень много всего. Иногда он орет, и непонятно, что он хочет. Бывает, плачет, но чаще всего хохочет. Так вот я о чем, он стал душой компании. Мы с ним угораем, несмотря на то, что он маленький. Если бы кто-то книгу написал бы про то, как стать супер папой, я сразу таким стал бы. Или хотя бы показал мне, как бы. Но мы с Сэмом решим все сами, пойми. Если бы кто-то книгу написал бы про то, как стать супер папой, я сразу таким стал бы. Или хотя бы показал мне, как бы. Но мы с Сэмом решим все сами, пойми. Валё, породи, кип рейтинг. О, гарс. Мог выдвигать. Валё. У меня будет жена и ребёнок, плюнул бы ему в лицо. Но в конце концов все так и срослось. Я радуюсь жизни рядом с этим сорванцом. И когда он поднимает меня с утра, я рад. И пофиг, что я не спал, за окном дождь или жара. По-моему, сейчас кому-то будет та-та-та, если этот кто-то будет продолжать вести себя так. Сейчас ты бабахнешься и будет такое бо-бо. Будешь делать и-и-и и пойдешь гулять на лось. Сделай маме обо-обо, иди ням-ням, потом куб-куб на и отнеси это няне. Зачем бить мальчиков на улице, ты ведь не хулиган. Отдай маме помазу, ты по-моему не ляля. Я в полном восторге от этого ребенка. И в отличие от многих, я никогда не менял пеленки. Я вспоминаю, как я рос без отца. И хочу, чтобы... Стать суперпапой, я сразу таким стал бы. Или хотя бы показал мне, как бы. Но мы с Сэмом решим все сами, пойми. Если бы кто-то книгу написал бы про то, как стать суперпапой, я сразу таким стал бы. Или хотя бы показал мне, как бы. Но мы с Сэмом решим все сами, пойми. Жига, не бей на повиде. Žygimantai, tu esi pasienęs. Aplenk Deną dabar. Aplenk Deną. Žygis varo. Mūsų vaikas skrenda kaip pasienęs. Aplenk Deną, aplenk.